Пойдем на поле чудес! Здрасте, здрасте, всем привет! Итак, с вами Леонид Дегубович, это капитан шоу «Поле чудес». Здравствуйте, здравствуйте! На первом канале! Здравствуйте, здравствуйте, Леонид! Можно с вами фоточку, Леонид? Да, конечно, конечно, селфи можно, конечно же. Все, подарки в студию! Я хотел бы передать привет бабуле! Бабуля из Самары, дедушка из Воркутской области, конечно, любимая мама Люба из Нижнего Саратова! Леонид Якубович! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать наш троллинг в Майнкрафт. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем снимать этот троллинг. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите, чтобы новая серия троллинга вышла как можно быстрее. Чем больше лайков наберем, тем больше серий выходит. И побежали же, видос, побежали. Да, бегу, срочно. Побежали, надо быстро записать видос, а то прям, Жека, вообще... А то прям 15 секунд. В общем, ребята, добро пожаловать на мой троллинг, и в чем будет заключаться его суть. Как вы знаете, кто бывает на моих стримах, на предыдущем стриме я у вас спрашивал, и вы мне помогали строить карту. Вы помогали мне строить карту, поэтому, ребята, это карта для вас. И это означает то, что каждый раз приходите на мой стрим, каждый раз, потому что вы мне помогаете строить карты на стриме, ребята. В этот раз вы затроллите Жеку, а не я. Поэтому, ребята, каждый раз буду ждать вас на своем стриме, приходите. Каждый стрим это важно, да, приходите каждый раз. И в этой серии мы будем разыгрывать ценку на передаче «Вечерний Ургант». Потому что вы подсказали мне идею, я это все построил. И давайте мы сначала пойдем к Жиндосу, потом вернемся. Я не буду рассказывать точно, что тут будет. Вы сами все увидите. А пока, ребята, погнали. Ну же, Эдуард, перед съедом вы готовы? Я готов, как обычно. Я уже просто готов. Готов же ко всему. Слушай, перед тем, как ты зайдешь на мой троллинг, у меня к тебе есть одна просьба. Первый раз в троллинге я прошу тебя мне подыграть. Короче, ты сегодня... Ты... Представь, что ты просрал канал, профукал канал. Не хочу. Не. Ну ты просто представь, Эдисон, ты профукал канал, ты профукал все деньги. Короче, ты, Эдисон, стал бомжом. А можно я тебя буду играть? Ну, допустим, Жеку бомжа буду играть, хорошо? Не себя, а тебя просто. Ну, вообще, мне нужно, чтобы ты играл в Эдисон. А я тебя буду, хорошо. Ладно, хорошо. Делай как хочешь, Эдисон. Развлекайся, это твое место жительства. Вот, ты бедный хачапурочек. Бедный я Евгений, где... Где моя Юля, где моя Юля? Юля! Пытайся выбраться. Ну что, Эдисон, ты поставил спаунпоинт? Да, я поставил, только я не знаю, как выбраться отсюда. Помнишь меня? Я Купидончик! Может, ангел-хранитель или не Купидончик? Я твой Купидончик! Заткнись! Я твой Купидончик! Купидончик! Влюбляй! Ну что, Эдисон, ты просрал все канал, просрал, да, все просрал, живешь с хачапурчиками. Ну я тебе помогу, так что я тебя в задницу ставлю. Так вот, Эдисон, тебе нужна помощь моя. В кого ты меня будешь влюблять, Купидончик? Я тебя не буду никого влюблять. Так ты тогда не Купидончик, ангел-хранитель! Купидон, ты дебил, я тебе так скажу! В лоб тебе скажу! Так, в общем, я вообще сейчас обижусь и не буду тебе помогать. В общем, я могу вернуть тебе и деньги, и славу путем вообще очень интересным. Ты хочешь? Каким путем? Ну, знаешь, вначале мы отправимся с тобой на такую передачу, которая называется «Поле чудес». И ты там выиграешь кучу денег. Автомобиль выиграю! Автомобиль! Хочу, Купидон, хочу! Хочешь? Ну все, тогда пойдем. Пойдем на поле чудес! Здрасте, всем привет! Итак, с вами Леонид Дегубович, и это капитан шоу «Поле чудес». Здравствуйте! На первом канале! Здравствуйте, Леонид! Можно с вами фоточку, Леонид? Да, конечно, селфи можно, конечно же. Все. Подарки в студию! Я хотел бы передать привет бабуле! Бабуля из Самары! Дедушка из Воркутской области! Конечно, любимая мама Люба из Нижнего Саратова! Леонид Якубович! Очень странный гость. Так вот, в общем-то, сегодня у нас мы будем крутить барабан. И, внимание, вопрос. Кто открыл лампочку? Ну только вы не отвечаете. А почему? Почему нет? Потому что вы должны крутить барабан. Крутите барабан. Барабан не крутится, Леонид Якубович. Итак, сектор 0 на барабане. Сектор приз?
Нет, ноль на барабане и... Шкатулки в студию! Да берешь... нет, ноль на барабане, вы пропускаете ход, и мы переходим к следующему участнику. Ну, следующий участник это у нас нету. Это я, поэтому я опять отвечаю. Да, потому что у нас один. Итак, крутите барабан, снова крутите барабан, крутите. Не крутится барабан! Сектор приз на барабане, у вас тут есть две шкатулочки, левая или правая, левая или правая. Ну, вы будете брать приз или угадайте слово, приз или слово. Берем приз! Приз! Приз? Какой, левый или правый? Левый, левый, левый приз! Код от левой шкатулочки 1-1-1. Давайте посмотрим. 1-1-1. Ничего! Эх, ничего нет! У нас ничего не выигрывает Эдисон, у нас отправляется. Отправляется у нас обратно к бомжам. Не-не-не-не! Ты не отправишься к бомжам, потому что у тебя есть капитончик, ладно. Ангел-хранитель, помоги мне! Да так уж и быть. Ты провалил мое первое испытание, но ничего страшного. Знаешь, какой был ответ? Я знаю, но Леонид Якубович не дал мне ответить. Смотри, видишь буковки. Эдисон! Ты должен был. Да я сдал, Ну ты глупый. Да я сдал, он не дал мне ответить! Эдисон, у нас есть еще один вариант. Что нам сделать? Да, смотри, короче, мы с тобой отправимся на передачу «Пусть говорят». «Пусть говорят!» Да, превращусь в Диану Шурыгину, а ты превратишься в Николая Соболева. И хайпить будем! Хайпить на Первом канале. Готов, ангел-хранитель, давай. Погнали на «Пусть говорят». Итак, здравствуйте, друзья, с вами Андрей Малахов, и сегодня мы в нашей передаче «Пусть говорят» на Первом канале будем расследовать дело о Диане Шурыгиной. И наш сегодняшний постоянный гость Николай Соболев. Прошу в студию. Что ты сюда пришел? Тебе 16 лет, а ты уже просто шапрендоступная девушка. Тупые слова, мысли сразу. Это не хай, а мама твоя. Вы вообще хотите развести бедного мальчика на миллион рублей? Тупые слова говорить. Я только на донышке, А какой донышке? Там литр, бутыль был, бутыль. Сразу, а ну в атаку. Какой вот? Какие мизденки-то. Да пусть говорят, такого не было. Эдисон. Да хватит! Не получилось. И даже на «Пусть говорят» ты не справился. Да, направляемся. Давай к вечернему Урганту. Опа. Мы отправляемся к вечернему Урганту. В общем, Эдисон, ты тут прихорашивайся. Ты прихорашивайся, а я должен поговорить с вечерним Ургантом. Собственно, с Иваном Ургантом. Ты прихорашивайся, я тебя позову. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Иван Ургант. И добро пожаловать на передачу «Вечерний Ургант». И сегодня у нас в гостях Эдисон ПТС. Майнкрафтер-тролль, который просрал все, что у него есть. Заходите в студию. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я к вам присяду. Точнее, вы садитесь, я с вами постою. Так вот. Зрители, это хромаки. Это хромаки. Да, зрители на самом деле не существует. Так вот, вы, значит, Эдисон ПТС, да? Да, это я, Иван. Ну, я майнкрафтер. Как вы умудрились все профукать, как вы умудрились? Ну, потому что меня предал лучший друг. Он отказался. Ну да, знаем, мы такого там есть, у вас был друг, Жека, как-то звали. Да, ну, он вообще рипнулся. Со мной, конечно, еще такое произошло, да, я все просрал, но с другу вообще не повезло, он рипнулся. То есть после того, как мы вместе все просрали, потому что он меня предал, ну, он слишком зажрался. Он всегда с нами, а знаете почему? Знаете почему, если он подставил? Конечно, его душа всегда с нами. Да, его душа с нами. Это его любимый символ. В общем, Иван, с ним беда произошла. После того, как он меня предал, да? Ну, да это давайте уже позже, мне кажется, рекламная пауза. Уже много. Нет, никакой рекламной паузы. Так вот, вы мне сказали, что вы были одним из самых лучших троллей в Майнкрафте. Да. Я им являюсь в данный момент. Да. Вот смотрите, я вот, видите, что держу в руке, ТНТ, да? ТНТ, это бомба. Вот смотрите, я его вот ставлю вот сюда, вот что вы с ним будете делать? Вот подойдите к нему. Ну, была бы у меня зажигалка, и как тролль, истинный тролль, я бы его поджег. Ну вот вы попробуйте, подойдите, может вы что-нибудь сделаете. Как я сделаю, если у меня нет зажигалки? Опа! Что вы взрываете? Вы же тролль, вы должны все смешно было сделать! Вы что, вы сорвали наш эфир? Вы... Эдисон ПТС! Я же говорил то, что я тролль, я лучший тролль! Я, конечно, извиняюсь.
Ну, вам придется остаться на помойке навсегда. Я побежала. Корова, мум. До свидания. Я как тролль, я доказал то, что я сильный тролль. Я без зажигалки подорвал студию Ургант. Жека. Ты тролль, конечно. Жека. Я ты будешь похож на террориста, ну ладно. Мы пойдем ко мне сейчас на карту, но тут у нас такой форс-мажор произошел, Жека. Я тоже построил про вечернего Урганта. Ну, в принципе, ничего, я готов с вечерним Урганту сходить, я готов. Да, да, почему-то так получилось то, что и у тебя вечерний Ургант был, хоть... Ну ладно, ну, ладно. У меня много передач было. Да, я не знаю, как это получилось, но мои подписчики-свидетели, кто смотрел стрим. В общем, Жека, в общем. Да. Это твой дом, это твой дом. Заходи в дом, заходи. Вот, да. Все, это твой дом, развлекайся. О, нормально, у меня дом. На меня не обращай внимания, я голос в твоей голове, Жека, я просто так наблюдаю. Нет, вот ты тут стоишь. Да, ну я твое воображение. Я в костюмчике. В общем, да, ну хорошо. Да, ну... Что, мне карточку искать, да? Да, в смысле? Да это твой дом, делай что хочешь, мне вообще посрать, честно. Да, я то есть могу тут все разломать, да? Ой, в дверь стучатся, Жека, в дверь стучатся! А ну, быстро! Карточку, где карточка? А чё там? Да я не знаю, где карточка, надо искать карточку, где карточка? Да ёкарный ты бабай, я не помню, куда её положил, В дверь стучатся, в дверь! А ну, может тут где-то, ну, шкаф где-то, что тут есть, ну, под... Я не знаю. Шкафу нет. А за шкафом, смотри, за шкафом. А, да, что-то шкафом как, есть. Как туда, как? Пройти. Да не надо проходить, не надо как-то... Не могу. Да, о, тыкнул, все, давай, быстро, на улицу, так, давай. Так. Что там, вот, что, сюда. Не узнал, вот и сказочки конец. Жека не узнал, кто пришел. Так, Жека, быстро, смотри, вот почта. Почта не могу, здесь mail belongs to Edison PTS. Это моя почта, это моя. Так, подожди, это мне почта пришла, мне почта. Евгений Андреевич, икона передачи Вечерний Ургант, приглашение. Приглашение на Вечерний Ургант, меня? Да. А чё почта мне пришла, а приглашение тебе? Это очень подозрительно, очень странно. Так, Жека, ладно. Ты чё мою почту воруешь, а? Это не... А чё, ты, только... чё, ты хочешь вместо меня на Урганта, да, сходить? Нет. Ну тебе же пришла почта, я тут при чём? Ты кинуть меня хочешь, засунул мое приглашение себе в мейлбокс, да? Почему? Это не мой мейлбокс, это твой дом. Написано, что принадлежит Эдисону ПТЗ. Ну я не знаю, что тут химичишь, Жека, надо идти на вечерний Ургант, давай быстро домой. Хорошо, нельзя идти как бомж, вот как ты сейчас, кем ты сейчас являешься. Надо выбрать нормальную... У тебя вонючая, грязная одежда, надо выбрать что-то поэлитнее. Давай, Жека, у тебя тут есть дома три костюмчика. Что ты выберешь? Вообще, у меня такие убогие костюмчики дома. Это твои самые лучшие костюмы, откуда я знаю, твой дом, мне Жека. Мне вот это нравится, вот это. Я даже не ожидал, что так произойдет. Я даже был уверен, что ты его выберешь. Давай, Жека, надо идти на вечерний Ургант. Подожди, одну секунду. Ургант вот ждать так, не вот будет. Так. Вот так вообще зашибись, да. Все, пойдем. Да. Да, Урган так приглашает Майнкрафтера, придет трансвестюга. Ну ладно, не так, важно. Я как бы знаю, да, что вы мне тут упаду. А да. Почему? А почему к вечернему Урганту такая сложная дорога? Откуда я знаю, потому что не каждый может попасть на вечернего Урганта. Да это только элита. Давай, Жека, беги, я тебя тут жду. Давай, быстро. Хорошо, я сейчас разберусь, как туда добраться. И ты сразу прибегу. Не, через верх нельзя, Жека, через верх нельзя. Надо, а как это вот мне так нужно тут? Ну, ищи подсказки. Ищи. А ты сейчас стоишь, да? Да. Ага, да, стоит он. Понятно. Я сейчас стою, Жек. Посмотри, я и тут стою, видишь, я тут стою. Да, я понял. Потом везде стою. Да ёкарный ты баба, это нереально допрыгнуть, Эдисон. Куда? Куда нереально? Да это по фонаря это. А почему ты думаешь, что на фонарь нужно прыгать? Ну потому что тут, ну, по-другому я не... Да ёкарный ты бабай! А чё там нереально, я не могу понять. Я просто не знаю, с какого блока прыгать. Ну вот, так, я стою. Смотри, я сейчас стою. Всё, давай. Опа, молодец. Давай. А, Евгения, надо быть внимательней. Иван Ургант такие ошибки не прощает. Давай, быстро. Я быстро. Понял. А как мне тут такой-то, подожди. А может тебе не туда надо, а может тебе вот сюда надо. А? А вот там. Ай-яй-яй, как сложно. Мне кажется, эфир сейчас уже будет начинаться, Жека. Урган тебя ждать не будет. Обожаю. Да я обожаю просто. Я тебе говорил то, что я сделаю тебе когда-то такой паркур.
У меня сейчас одежда сломается, ладно, пока не сниму одежду. Давай, давай. Я уже прохожу, смотри, я уже прошел почти. Вот, да, сюда, молодец, сюда. Да, почти, тут немножко поплавал. Давай. Не-н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 е
если я тут буду полчаса проходить? Давай, давай, быстро, быстро. Ладно, быстро. Да что ж ты такой нуб, тут надо перепрыгнуть два блока, Жека. Два блока. Ну вот я сюда-то я могу перепрыгнуть, а вот дальше ну, как-то не получается. Молодец, давай дальше, дальше, Ивар Гунгар, Ургант, 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 Ургант ждет. Давай, давай, дальше. Хорошо, хорошо, я понял. Ага. Молодец, 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 молодец. Ага. Ай-яй-яй-яй. Кто-то будет сейчас заново проходить, да? Ну ладно, 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 давай, 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 опоздаешь на передачу. Давай, Жека, давай, давай, давай. Вот, вот, вот именно вот опоздаю. Давай, быстро, быстро, прыгай. Так, подожди, это я вот тут где-то угар, да? Да, не знаю. Вот, давай, 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 дальше, 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 дальше. Так, сейчас я соображаю, подожди. Давай. Ага, давай. Я понял. Давай, давай. Я понял, опа, я понял. Давай, все, давай, все, давай. Ура, ура, до вечерний Ургант. Ой-ой-ой, сколько охраны в Урганта, сколько охраны. Жека, надо тебе как-то пройти, Жека, пройти надо. Так, ну я, в принципе, смогу, наверное, пройти, да? Собака, тяжело. Нельзя их бить, нельзя их бить, нельзя. А, нельзя, 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 нельзя. Ай-яй-яй. Нельзя бить. Так, подожди. Есть какие-то скрытые проходы, я чую. Я тебе дам подсказку. Да, скрытый проход есть. Хорошо, я понял. Это скрытый проход, кого-нибудь убить! Да! Нельзя, не, нельзя бить, Жека, нельзя. Охрана тебя вообще не пустит, если ты будешь бить охрану. Нельзя, Жека, нельзя. Может, это здесь скрытый проход какой-то? Да, я... Ну ладно. Ты еще поищи, я тебе скажу, где есть скрытый проход. Поищи. Подожди, ну вряд ли он где-то здесь. Мне кажется, где-то он здесь. Как знаешь. Мне кажется, он где-то здесь... Нет. Ладно, мне кажется, мы будем долго мучить Жеку, да? Жека тут не сможешь никак пройти. А, кажется, нет, не понял. Нет. Ладно, Жека, я тебе дам проход. Я тебе дам не проход, а подсказочку. Хорошо? Ну, тут какой-то люк, да? Нет, невидимая дверь. Невидимая дверь у тебя в гардеробной, там, где были костюмы. Да, да, иди в жопу, не пойду я туда. Можешь проходить, как бы, я буду ждать. В жопу, иди, сиди ты в жопу. Я. О, так даже лучше. Давай, 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 Жека, давай. Давай, быстро, быстро, быстро. Я обожаю паркур, особенно который не нужно проходить. Давай, давай, давай. Невидимая дверь. Невидимая дверь. Нужно искать невидимую дверь, Жека, давай. Почему я тогда не тыкнул? Невидимая дверь. Невидимая дверь. Невидимая дверь. Что? Ничего, ничего там нету, ничего нету, ничего. Да, вот тут где-то. Опа! Невидимая дверь! Так, Жека, давай, 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 быстро, 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 иди сюда! Вот тут выход, тут выход! Иван Гунгар ждёт! Я иду! Давай, давай, быстро! Я иду, да пошли вы сразу! Аккуратно, аккуратно! Степан, до свидания, всё, я... Ай, карточку надо найти! Обратно, обратно возвращаемся, Жека, карточка где-то там! Сюда, 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 быстро, быстро, быстро! Я говорю, что туда надо было идти! Да, но я не помню то, что не помню, что карточку надо! Давай, ищи где-то карточку, где карточка? Карточка где-то спрятанная, так, прям так, карточка. Так, вижу, вижу, вижу. Где, видишь, видишь? Вижу, все, все, все. Видишь, давай, быстро, карточка, быстро, да, быстро, быстро. Так, давай, так, давай, так, давай, так, давай, так, давай. Бегу, 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 бегу. Давай, бегу. Давай, давай, забегай. Так, ага. Эфир, 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 не сюда, сюда, сюда. Давай, 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 давай. Все, бегу, бегу, бегу. Ага. Давай, давай, быстро, быстро. Здравствуйте, 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 уважаемый. Нет, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Андреевич, поздоровайтесь с зрителями. Здравствуйте, ребятушки, я с вами Женечка Андреевичка. А операторы там все сценаристы. Вы кто? Вы кто? Девушка! Я Евгения Андреевна. Мы приглашали Майнкрафтера Шадоупристика. Какая Евгения Андреевна? Ну, просто Майнкрафтера Шадоупристика развоение. Так, да, давайте мы не будем тут с этим, хорошо? Давайте вы будете нормальным Евгением. Евгений, выходите с роли, я знаю то, что. Я знаю то, что вы хороший актер. Да. Но. Актер на все роли, сейчас подождите, тут нужно одну вещь брать, так здесь. Силикон еще. Ага, да, все хорошо. В общем, Майнкрафтеры Шадоупристик. Мы пригласили. Пятнадцатый год. В общем, Шадоупристик. Мы пригласили вас, потому что вы один из самых знаменитых майнкрафтеров нынче, да, в нашем... И самый некультурный майнкрафтер в наше время. В общем... нам ваши подписчики присылали вопросы на почту, которые мы будем сегодня вам задавать. Потому что подписчики мало знают о вас, мало. И хотят узнать больше. В общем, компьютер мешает. В
Вот и... Ну и подписчики интересуются вашей личной жизнью в Shadow Priest в Майнкрафте. Да, я понял, хорошо, я понял. И они хотят знать, когда вы уже наконец-то поженитесь с Ибрагимом? Так я, мы вроде женаты. А, вы уже женаты. А почему? Так Ибрагим же умер, ты чё, я теперь это, вдова. Не, не, ну как бы, я смотрю ваши видосы, я знаю, что это всё постанова. Ибрагим вот там в студии сидит, посмотрите на Ибрагима. Вот, это, и... вот это как раз таки постанова, он умер. Нет, вот Ибрагим, помашите ручку вашему мужу. Евгений, выходите привет, с роли. Привет, привет, Ибрагим, ты жив, оказывается. Выходите с роли, Евгений. В общем, как ваш сыночек Митрофан поживает? Нормально вроде. А почему нормально, если... Писюн-то растет, но у нас есть информация, то, что вы потеряли своего сыночка. Вот мы его пригласили в студию, но сыночка вашего нет. Вот где, где сыночек, где? Ну-ка, сейчас можно... Евгений, я все понимаю, я еще раз повторяю, вы хороший актер. Ну давайте вы будете говорить нам только правду. У нас есть... Понятия не имею, где ваш Митрофан нахуй. У нас есть информация, то, что Митрофан сбежал из дома, и вы его разыскиваете. Ну, это верно? Это возможно. Ну, я не знаю, у меня кратковременно потеря памяти, как бы не знаю. Ну, в общем, я вам сказал то, что Митрофан сбежал из дома, потому что родители его не любят. То есть вы Ибрагим, он сейчас в розыске. Вы это помните, Евгений? Да. Да. Ладно, хорошо. Подписчикам интересует вопрос, почему их любимый майнкрафтер Shadow Priest, который раньше был Евгением, нормальным мальчиком, который, ну, обычно рос, почему он стал трансвеститом? Такого не было, как бы. Почему? Ваш муж Ибрагим нам рассказал, вот даже, вот, подтверждаем, у вас дома есть три костюма, а вы выбрали именно вот этот, женскую юбочку, туфельки и корону. Вот вам, компромат на вас, Евгений. Так это не, как бы не компромат, сами говорите, что я хороший актер, я просто вживаюсь, на самом деле не трогаю. Ибрагим рассказывал все подробности вашей интимной личной жизни. Ну, Ибрагим может приврать, это же это... Ибрагим, вы рассказывали то, что для вас играет медсестру, потом полицейского, потом кого еще там играете? Доярку, вот коров там доили, да? Это вы все играете женские роли, вы не играете мужские, Евгений. Играю мужские, играю. Евгений. Полицейского вот играл. Евгений. В общем, с вами как-то разговор не складывается, вы вообще замкнутая в себе личность. Да вы меня просто в тупик ставите с такими вопросами. И в принципе, все ждали нормального майнкрафтера Shadow Priest, а пришла какая-то бабенция, трансвестюга с потерей памяти, которая просто просрала своего сыночка Митрофана. Воды, дайте воды. Алло, нет, нет. Вот, в общем, вот, Евгений. Короче, ладно, охрана. Мы хотели пригласить в первую очередь Эдисона ПТСа, вот он пришел. А он, мне кажется, поинтереснее будет собеседник. А вы, Евгений, Евгения, или как вас там правильно? Мне кажется, вам надо убегать отсюда. Охрана, а ну заберите. Нет, давай. Нет, Жека, Жека, беги, беги. Жека, меня. Сюда, сюда. Жека, Жека, я сюда. Не прошу тебя, Эдисон. Сюда, Жека, сюда, быстро, 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 быстро. Беги. Я не прошу твоего друга, нет, Эдисон. Ладно, черт тебя. Беги, 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 беги. Жека, беги. Давай, 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 давай. Да, надо, предатель. Предатель Майнкрафтер, Shadow Priest. Жека, Жека, убегай, убегай, сюда, быстро, быстро. Тут, тут выхода нету, нету выхода. Жека, сюда, 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 сюда. Давай, быстро, быстро, сюда. Давай, 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 давай. В общем, добро пожаловать на передачу «Жди меня», Евгений Чернявский. Мы давно вас ждали, и мы знаем вашу проблему в вашей семье с Ибрагимом. Ибрагим, к сожалению, не смог сегодня прийти, потому что он задерживается на передаче «Вечерний Ургант». А вы, Евгений, радуйтесь, мы нашли вашего сыночка, Митрофан, Митрофан, поцелуйте, нет, правда, поцелуйте, правда, папу, нет, папа вас нет, давно искал. Митрофан, нет, обнимите нет, нет, своим писюном метров. Тебя забрали психушку, ты ненормальный. Обнимите вашего папашу, а я пошел. Мы нашли, это была передача «Жди меня», ищите свое счастье, оно где-то рядом. Я пошел, Шек. Я тут не останусь. Мне тут не нравится. Ненормально. Жека, ищи свое счастье, оно где-то вот там рядом. Да, мне кажется, уже пошел. Возле тебя. Ну, в общем, Евгений, что вы хотите сказать своим подписчикам? Я бы сказал, конечно. На 15 год. Да, ребята, ставьте огромные пальцы вверх за новую серию троллинга. Если мы наберем много лайков, новая серия выйдет как можно быстрее. Прям вообще фить-фить и вышло. Поэтому, ребята, Жека, ты хочешь что-то сказать? Я скажу, что, ребята, подписывайтесь на наши каналы, пишите комментарии, мы все читаем, как бы. Давайте. Да. До свидания.